27-летняя Дейзи Ридли рассказала о том, как относится к королевской семье. Звезда саги «Звездные войны» выразила свое сочувствие Меган Маркл. Исполнительница роли Рей в серии культовых фильмов заявила, что постоянно ощущала себя загнанной в угол. Она не могла выдерживать давление, которое на нее оказывали извне. «Куда бы я ни шла, везде фотографы. Люди смотрели на меня, не давали поесть спокойно в кафе. Я была просто искалечена вниманием общественности и прессы», отметила британская актриса. Не помог даже переезд в новую квартиру. Через пару дней в дверь постучали фанаты под видом разносчиков пиццы и сфотографировали актрису в домашнем халате. Ридли выразила свое сострадание герцогу и герцогине Сассекской. Актриса считает, что их судьбы похожи. Дейзи отметила, что Меган Маркл не заслуживает такого отношения общественности к своей персоне. «Я в шоке от того, как британские граждане и журналисты обращаются с ними, в частности с Меган. Им должно быть по-настоящему стыдно», — отметила Ридли в интервью для ГК. Звезда саги также выразила удивление неэффективным, по ее мнению, использованием королевской недвижимости. Ридли поражена тем, что целый замок простаивает без цели. «Букингемский дворец прекрасен, но это же неиспользуемое здание, не так ли?» На днях была новость, что королева пользуется 6 комнатами во дворце. 6 комнатами. Как такое возможно? Возмутилась актриса. Ранее Хелена Бонем Картер дала совет Меган Маркл, как противостоять травле несчастных людей. Ее возмутило, что каждый шаг герцогини становится поводом для обсуждения. С критикой на Меган Маркл обрушился ее дядя, 80-летний Майк. Мужчина обижен на герцогиню из-за того, что она отказывается общаться с родственниками со стороны отца.